Да, дорогие дамы и господа, мы идем далее и представляем бойцов легкого дивизиона EFC. Поясни углу октагона, ему 25 лет, представляет Узбекистан Андижан Асаки. Один бой и одна победа, ни одного поражения. Тренер Азизбек Миркомилов и Мавлянбек Бургамилов. Чемпион Узбекистана по борьбе на пояса. Встречайте, Дербек Дерский, Рустам Алиев! Его соперник в красном углу октагона, ему 22 года, представляет Кыргызстан Баткен Ильбирт. Это его профдебют, тренер Дастан Абдуллаев. Встречайте, Олдубай Курбанбегов! Бойцы середину. Урматты достор, барыңыздарға көңілді көріп алайбыз. Ушыл ролікті пайдаланып, сіздер менен пайдалу бір малматты бөлішкін келді. Бүгінгі күнді Россияда жашап, іштеп жүрген мекендештері үшін дағы бір жаңылық. Емі сіздер Тинькофф Мобайл арқылу, ең ұңғайлы жана ең ішенінді байланышқа чығаласыздар. Тинькофф Мобайл сайтында сіз өзіңізге ұңғайлы тарифті таңдай аласыз. Мысалы, чексіз видео чалуларды, WhatsApp, Telegram, жана Viber-дегі барлашуны. Ошондо сіз үйбілеңіз, жана досторуңыз менен калашыңызча сүйлөшө аласыз. Андан сырткары Тинькофф Мобайлдын өзүнүн шылуундардан коргоосу бар. Аны менен керексиз чалуулар жана билдирүүлөр тынчыңызды албайт. Бул өзүңүздү коопсуз сезип, жана жакындарыңыз менен баарлашууга тоскоол болбош үчүн абдан ыңгайлуу. Сим-картаны тарыздоо үчүн Россиялык жарандыктын же катталуунун кереги жок. Болгону сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүнүмө калтырып коюңуз. Сим-картаны Россия боюнча сизге ыңгайлуу жерге акысыз жеткирип беришет. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, Тинькофф Мобайл сим-картасын тарыздеңиз жана жакындарыңыз менен каалашыңызча баарлашыңыз. У нас начинается поединок Курбанбеков и Рустам Алиев. Итак, друзья, у нас тем временем бой проходит сейчас здесь. В этом положении. Так. Слышка, сбили меня Дербек Рустам Алиев и Олжабай Курбанбеков. 70 килограммов. Самая категория. Рустам Алиев, Дербек, 25 лет, чемпион Узбекистана по борьбе на поясах. Ну, то есть это, как борьба на поясах, алыш у нас называется. И вот Олжабай Курбанбеков. И у нас тем временем работает в этом положении. Дербек Рустам Алиев из Андижана. По прозвищу Дерзкие, небольшого роста, 1,72 м. По идее, бойцы этого дивизиона, ну, такого примерно роста, они бьются там на даже два дивизиона ниже. Помнится, был поединок у Дербека с Нуртлеком Кадыровым. Интересный был бой, но это по любителям еще. Осторожно, осторожно, нужно быть вот здесь. Забирает здесь позицию. Пытается выйти из этого положения Дербек Рустам Алиев. Хорошо. Очень уверенно сейчас позицию держит. Но дальше из этого ничего не получается.
Пытается сейчас позицию улучшить свою. А нет, пытается сливать, но забирает. Сейчас смотрите, Маунт идет за спину. Сейчас пытается взять боковой контроль. Особо ничего не происходит. Мне кажется, сейчас рефери может даже бойцов поставить на ноги. Но если ситуация, конечно, не улучшится. Но активная позиция — это полный маунт. И плюс попытка какая-то гильотина, но с маунта в защите невозможно взять. Так, берет ногу соперника сейчас здесь Рустам Алиев. И успевает даже посадить соперника на землю. Так, да, и вот теперь уже Рустам Алиев сейчас сам постарается взять позицию. Подготовится следующая пара: Түлек Улу Арген, Шер Салихов. Түлекулу Арген, Шер Салихов. Маштрушлар. Мушкерлерде полный дәрдер чықла, капа, бандаж. Перчатки бар, гиз тұрын чарылы. Конец первого раунда. Мы сегодня второй раунд, это противостояние, друзья. Курбанбеков и Рустам Алиев. Два бойца его здесь со стойки. Да, в борьбу вообще не надо. Такая обратная ситуация, да? Некоторые наши бойцы местные, они борцы же у нас в основном. И вот они как-то пытаются переводить в партер. А здесь ситуация обратная вообще. Абсолютно обратная ситуация. Нужно понимать то, что да, в Узбекистане очень хорошо развивается сейчас ММА. Напомню, что вы смотрите канал EFC Airtime Mash. Мы находимся в прямом эфире. Пишите, за кого болеете в этом противостоянии Рустама Алиева и Курбанбекова. Мы все видим и все читаем. Узбекский боец сейчас оказался в неудобном положении. Секундантар, ордуарға тұрғылы. 2 секундарнан ашса, азыр минус бал берді. Урматты бұрш, қызыл жана, көк бұрш. Сілерден сұраныч. 2 секундантан ашса, өзгерден көргілі. Айтпады дөгілі азыр. Сини, красный. Итак, друзья, у нас тем временем. Олды же все-таки в стойке. Минус балл.
Минус балл сейчас дали. Сербек Бактбеков сейчас очень жестко сейчас среагировал на это все. Абсолютно правильное решение. Минус балл и минус балл. Хорош здесь колено. О, снова сейчас колено залетает. Очень хорошо прям. Ой-ой-ой, как он провалил соперника сейчас. Но бегать... Уф, дальше. Хорош, хорош сейчас ставим, показывает представитель команды Эльбирс. Сейчас пытается сейчас перевести соперника Рустам Алиев Дюрбек. Очень зрелищный бой сейчас показывают бойцы. Так, работа сейчас в гарде. Большая аудитория, кстати говоря, сегодня у нас на центральном стадионе города Баткен. На арене играет, кстати говоря, футбольный клуб Нур-Баткен. Очень хорошо сейчас работает в гарде. Закрытый гард. Работы не было. Серег Бахтбеков ставит бойцов на ноги. Все, раунд окончен. Из второго раунда. Третий финальный раунд. Вот, сегодня, друзья, третий раунд. Это противостояние. Рустам Алиев Диорбек и Олджубай Курбанбеков. Очень хорошо работает. Да, Рустам Алиев действительно хорош. Очень хорошо работает в целом в этом положении, положении халфгарда. Очень уверенная, скажем так, работа бойца. Из Узбекистана, да, позицию он взял. Обратный север-юг, но сейчас пытается встать на ноги. Пойти с Кыргызстана. Отличный перевод в его исполнении. Выходит сейчас, пытается выйти на полный маунт. Секундант, красный угол. Азерда, бер минус балл. Да,
Север-юг позиция. Сверху работает. Контроль есть, конечно, за Олжибаем. Хурбаналиевым. Время идет. К сожалению, у меня сейчас нет времени. Мне самому придет сейчас ставить обратный отсчет. Отлично, сейчас держит позицию. Сайт маунт. Да, много позиций держит. То есть в целом в борьбе боец Хрисан полностью ведет. Тут в целом без вариантов. Сетка сейчас позицию отлично просто удерживает. Боец из Кыргызстана доминирует, но, как тебе кажется, вот именно технических навыков в грэпплинге не хватает. Да? Физика хорошая. И вот начинает забивать соперника. В партере. То есть, видите, он ground and pound. Это его, возможно. Но технически не получается. Последние секунды этого раунда. И как здесь переворачивается, но удобную позицию, наоборот, делает своему сопернику. Спрашивает, можно ли локоть использовать? Конечно, можно. Но, по сути, мне кажется, уже завершается этот поединок. И это первый бой, который доходит до решения судей. Завершается этот бой. Бой окончен. Дорогие дамы и господа, в этом бою единогласным решением судей победу одержал боец из Крыма!